На Казань надвигается циклон. Что такое болезнь X и в чем ее опасность? Татарстан занял второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Всем привет! В эфире «Универ Новости», а в студии Максим Мартынов. Благодарственное письмо Государственного комитета Республики Татарстан по туризму получил студент 4 курса Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Исмаил Кадиров. Наградой отмечен добросовестный труд и активная плодотворная работа, направленная на развитие сферы туризма в Республике Татарстан. Стоит отметить, что молодой человек является не только участником, но и организатором профильных смен ассамблеи, а также многих других мероприятий. Кроме того, он куратор проекта «Гостеприимная Казань». В рамках этого проекта ежегодно летом в историческом центре города устанавливаются информационные шатры, в которых волонтеры предоставляют российским и иностранным туристам полную информацию о городе и его достопримечательностях, бесплатно выдают карту Казани и буклет об основных знаковых местах Республики Татарстан. В рамках деятельности по развитию инвестиционного потенциала в Республике Татарстан с визитом прибыла российский экономико-географ, специалист в области социально-экономического развития регионов, доктор географических наук и профессор Московского государственного университета имени Ломоносова Наталья Зубаревич. Сегодня, 18 декабря, она посетила Казанский федеральный университет с целью ознакомления экономического сообщества вуза с анализом текущей макроэкономической ситуации и перспективами развития регионов России в новых социально-экономических условиях. Наталья Зубаревич выступила с лекцией, тема которой актуальна всегда. Подробнее расскажем в одном из следующих выпусков новостей. Когда вы включены в глобальную экономику, Татарстан включен, то при резкой смене курса и ветра, в принципе, по вам должно стукнуть больнее. Кто высунулся повыше, на того кирпич падает сильнее. Продержались, справились. Могу сказать, что... Ну, понятно, что небольшой спад в 2023 году от нефти, добывающих отраслей, ну, потому что российское правительство просто сократило квоты на экспорт, они уменьшились. В обработке рост не такой там грандиозный, скажем, как у областей с большой долей специализации из трех букв, называется ВПК. Но поскольку у Татарстана разнообразная обрабатывающая промышленность, ну, знаете, взлетов по всем фронтам не бывает. Кто-то просто пытался адаптироваться в эти сильно изменившиеся условия. В зале попечительского совета Казанского федерального университета состоялось заседание Международного наблюдательного совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». На мероприятии под руководством раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова рассмотрели итоги реализации программы создания и развития совета за 2023 год. Раис Республики Татарстан и председатель Совета научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Рустам Миниханов поприветствовал участников и огласил повестку дня, отметив при этом, что ключевой задачей Совета является комплексный анализ и содействие реализации программы научного центра. Были подняты три ключевых вопроса – внесение изменений в состав наблюдательного совета, рассмотрение итогов реализации программы создания и развития научного центра мирового уровня и утверждение отчета за 2023 год и внесение изменений в программу создания и развития научного центра мирового уровня. По словам Рустама Миниханова, благодаря активности наших вузов в прошедшем 2023 году Татарстан поднялся на второе место в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Благодаря активности наших вузов в прошедшем году республика поднялась на вторую позицию в общем рейтинге научно-технологического развития регионов страны. Научный центр «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» с самого начала обоснованно рассматривался как исследовательская платформа международного уровня. В ходе длительной эксплуатации Рамешевского месторождения нефти, научное сообщество и промышленность Татарстана приобрели уникальный опыт компетенции в области освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья.
состав участников заседания вошли представители органов исполнительной власти, научно-образовательных организаций, крупных и малых нефтяных компаний. Проректор КФУ по профильному направлению Данис Нургалиев, в свою очередь, сообщил об успешной работе НЦМУ со всеми крупнейшими нефтегазодобывающими и сервисными компаниями России и других стран мира. По его словам, в 2023 году консорциум научного центра выполнил более 200 проектов. Центр успешно работает со всеми крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями и сервисными компаниями не только в нашей стране, но и за рубежом. Все наши разработки, так или иначе, проходят апробирование на объектах этих компаний. Значительные сейчас разработки мы ведем с компанией «Татнефть», малыми компаниями «Республики Татарстан», среди наших партнеров крупнейшие компании Российской Федерации, Кубы, Китая, Индии, Кувейта, Омана и других стран. Например, в 2023 году консорциум научного центра выполнил более 200 проектов на сумму около 1,5 миллиарда рублей. Необходимо отметить, что консорциум обеспечит примерно половину ежегодного выпуска специалистов по нефтегазовому делу в стране, и около 5000 специалистов проходят повышение квалификации в университетах консорциума. Еще одним достижением минувшего года Данис Нургалиев назвал создание базы Центра производственного инжиниринга специализированных реагентов для увеличения нефтеотдачи. Далее проректор КФУ более подробно остановился на всех значимых достижениях и разработках НЦМУ за 2023 год, которые уже заинтересовали крупные промышленные компании. Раис Татарстана высоко оценил деятельность центра и констатировал факт эффективно проведенной работы. Если говорить о важности нефтегазового сектора сегодня для бюджета страны, то в 2023 году около 30% поступлений в бюджет страны, значит, это нефтегазовые доходы. На 2024 год планируется уровень около 33%. Целью научного центра является создание экономичных, экологичных, энергоэффективных технологий поиска, разведки, разработки нефтяных месторождений, а также распространение новых технологий путем подготовки, повышения квалификации специалистов в отрасли. Центр работает в следующих направлениях. Это изучение бассейнов нефтегазового накопления, разработка технологий прогнозирования нефтегазоносных с новых территорий, исследование состояния месторождений гигантов, создание новой парадигмы их разработки, а также создание эффективных технологий добычи нетрадиционных запасов. В завершение заместитель директора по маркетингу научно-образовательного центра «Газпромнефть» КФУ, секретарь Международного наблюдательного совета Владислав Судаков доложил о внесенных изменениях в программу развития НЦМУ. По его словам, изменения в программу вносятся ежегодно в целях актуализации и конкретизации заявленных обязательств с учетом мировых трендов, развития направлений, научных исследований и потребностей предприятий. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универ-Новости. Предупреждающие сообщения от МЧС Татарстана не перестают приходить на смартфоны жителей Поволжья. На данный момент погодные условия улучшились, но уже поступили сообщения о приближающемся циклоне Эфталия. Откуда он пришел и чего ожидать в ближайшие выходные, узнаете в следующем сюжете. С 19 по 21 января осадки побьют все рекорды последнего сильнейшего снегопада в два раза и составят 20 мм. Все дело в надвигающемся циклоническом вихре Эфталия. Аномальное тепло будет сопровождаться метелью. Ветер может достигать 25 метров в секунду. В пятницу, 19 января, в регионе прогнозируется метель и температура в пределах минус 6 градусов. В субботу к ней добавится сильный снег и ветер до 20 метров в секунду, а в воскресенье снова вернется метель. Но столбик термометра не опустится ниже минус 7 градусов. Действительно, у нас в ближайшие дни изменится характер погоды. Так уже завтра мы окажемся во власти очередного циклона. Точнее, это все тот же многоцентровой обширный циклон, который пришел к нам из Атлантики. Он будет к нам закачивать теплую воздушную массу. Помимо тепла, аномального тепла, когда дневные температуры будут близки к нулевой отметке, мы получим также и обильные осадки. Так, все три дня, пятница, суббота, воскресенье, у нас будут эти интенсивные осадки, и совокупно за эти три дня мы ожидаем около 20 миллиметров осадков. Для сравнения, последний снегопад, который вырос такой коллапс в городе, он дал всего 10 миллиметров. В эти дни мы ждем 20 миллиметров, и это составляет около половины месячной нормы. В эти выходные есть вероятность ограничения движения транспортных средств, общественных, грузовых и, возможно, легковых, а также не исключены отрывы сотовой сети, телефонной связи и спад снега с крыш. Из-за пурги и метели возможно снижение уровня видимости на дороге, поэтому иногда лучшей мерой будет переждать природное явление. Это же касается и пешеходов. Убежищем могут послужить магазины, торговые центры и другие ближайшие здания. Стоит отметить, что вот эта волна потепления, она будет непродолжительной.
И уже с понедельника у нас вновь будет морозная погода, чуть ниже климатической нормы. Дневные температуры будут около минус 15 градусов, а ночные еще немного ниже. Дело в том, что, ну, говоря о характере погоды, говоря о том, что вот к нам сейчас начали прорываться такие циклоны из Атлантики, это говорит лишь о том, что у нас восстановился привычный ход процессов погодообразующих. У нас восстановился западный перенос, и он сейчас приносит нам с запада, с Атлантики циклоны, и этот циклон будет не последним. И, очевидно, в январе мы увидим еще и следующие барические образования. Напомню также, что февраль прогнозируется выше климатической нормы по температуре, то есть косвенно это может говорить о преобладании циклонического характера погоды и в феврале. Управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует по возможности не использовать в эти дни транспорт, поэтому будет предпочтительнее оставаться дома, либо быть крайне осторожным и внимательным, соблюдая меры безопасности в таких сложных погодных условиях. Анастасия Лобова, Кристина Тёкина, Универ-Новости. Ученые во всем мире уделяют много внимания развитию искусственного интеллекта, который уже сегодня удивляет своими возможностями. Так ученые тестируют новые модели искусственного интеллекта, цель которого — научиться эффективно и точно прогнозировать возникновение вспышек вируса в будущем, таких как болезнь X, неизвестный патоген, который может вызвать эпидемию, подобную COVID-19. О том, как работает такая технология и что она из себя представляет, расскажем в следующем сюжете. С 2015 года Всемирная организация здравоохранения начала регулярно составлять список из примерно 10 наиболее опасных заболеваний, которые теоретически могут вызвать пандемию с огромным количеством жертв во всем мире. Традиционно в этот список входят очень заразные и крайне опасные заболевания, в том числе вызванные вирусами Эбола и Зика, атипичная пневмония, а также другие инфекционные болезни с очень высоким процентом летальных исходов. В 2018 году в список включили так называемую болезнь X – абстрактное заболевание, вызванное неизвестным человечеству микроорганизмом, который потенциально способен привести к катастрофической эпидемии международного масштаба. В связи с этим исследователи из Йельского университета в США недавно опубликовали исследование, в котором рассматривается одна из многих проблем, возникших во время пандемии COVID-19. Как справиться с переполненностью больниц? Поскольку количество больничных коек строго ограничено, лучше всего знать заранее о том, насколько опасно будет заболевание и как будет протекать его распространение. Их эпидемическая модель использует платформу на базе искусственного интеллекта для сортировки пациентов, предсказывая, насколько серьезной будет болезнь и как долго они могут провести в больнице. Проект основан на клинических и метаболических биомаркерах, которые, как они обнаружили, помогают определить, как будет прогрессировать заболевание. Там много аспектов на самом деле, и количество предполагаемый остаток жизни индивидуума, это если мы говорим про конкретный анамнез конкретного человека, но здесь же мы говорим про пандемию, то есть про более массовые истории, это вопрос миграции, вопрос развития вообще болезни и их, условно говоря, доставки, да, если можно так сказать, их распространение. Когда у нас есть очаг в какой-то там далекой стране, как быстро та или иная болезнь с той или иной степенью контагиальности, как он правильно называется, да, вот, степенью заражаемости, может покрыть всю планету. Кроме того, ученые из Технологического института Вирджинии в США пытаются решить отдельную проблему моделирования эпидемии с помощью искусственного интеллекта. Именно так можно точно представить сложности поведения человека во время вирусной вспышки. Исходя из этого, при традиционном моделировании люди должны каким-то образом представить процесс принятия решений человеком. А сделать это практически невозможно, учитывая то, насколько разным может быть их способ справиться со стрессом во время болезни. В рамках своего исследования, которое в настоящее время находится в предварительной печати, исследователи смоделировали эпидемию в городе под названием Дьюбери-Холлоу с помощью вымышленного вируса под названием Катасад, чтобы избежать возможных предвзятостей при использовании чат-GPT. Они исследовали, как люди, решившие оставаться дома или нет, могут повлиять на модель эпидемии, представляя сценарий и личностные характеристики различных предполагаемых агентов. Они обнаружили, что эти люди, наделенные генеративным искусственным интеллектом, в симуляции имитировали реальное поведение, такое как карантин при заболевании и самоизоляции при росте случаев заболевания. Уже относительно старая технология. Ученые давно используют машинное обучение, давно используют уже математические модели для прогнозирования тех или иных событий как в медицине, так и в других сферах.
Стоит отметить, что пройдет еще немало времени, прежде чем эти модели искусственного интеллекта можно будет использовать для прогнозирования будущих эпидемий, в том числе так называемой болезни X. Однако разработки будут продолжаться и совершенствовать наших виртуальных помощников. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ-Новости. На этом все. В студии был Максим Мартынов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!